Либо мне стрелять медленнее, либо тебе быстрее бежать, да? Ну, я быстрее бежать не могу. Давай, вот двоих убью, скажешь, когда добежишь. Давай, давай, заканчивай. Они уже вышли. Тут закончен. Ну слушай, как будто замечательно прям. Минута 10. Да, не успел, ладно. Не попал, точнее, в одного. Давай, иди сюда, господи. Пойдем. Система активна. Вот это ты мне, конечно, подложил. Ну, извините, я промахнулся. Ты не обманкает. Я не специально. Но как лучше получилось, как всегда. Так, дронщица снизу сзади тебя получается. Да, я знаю. Ой-ой-ой, прячься. Ой, блин. Покажи личико. А почему вы из этой двери-то выходите? Нет, нет, нет. Ох. Я не встану. Либо добивай. Там наверху есть. Да, все. Стики нету пока. Через 15 секунд катится. Лучше щит возьми, я сейчас тогда ими возьму. Я возьму, я у меня будет щит. Будет. А будет? Хорошо. Я готов. Пошли. Давай тогда ты кидай, я на следующую приберегу.
Чё ты собаке в ногу не стреляешь? Я стреляю или в ногу, или в... вверх. А чё, вверх тоже крит урон проходит? Я промахнулся. Дюка. Не говори. Так, сейчас сразу пену возьму. Так, ну я тоже, в принципе, готов. Пошли. Давай. Так, нет, надо, значит, пораньше. Я был не прав. Один. Убежал. Один. Второй запенится тоже. Гоняйся за ним, блин. Мянный. Дверь, Андрей. Пошел. Ну, выходите, товарищи. А, они горят там, вон что дело. Еще. Так, ребят, давайте. На будущего. Побудыга. Чё, я могу так же остаться, в принципе, как вот тогда шли. Ну, давай. Так, сейчас я только немножко одежонку. Там записали, конечно. У меня как раз и гранаты есть. Я туда сейчас огненную закину. Валду повешу, будет красотища. Не заморозилась ли? Блин, не. Два раза не запинились, суки. Собаку слева выключил. Левый моб Андрей заходит фиолетовый. Справа близко. Собака слева, сейчас. Заморозил. Ой, сзади. Меня бьет. Сейчас займусь им. Угу, все, все, все. Два типа рядом со мной боятся меня. Я бы тоже монтажника
с дробовиком боялся. Ну, красота. А, еще взорвется. Нет, не взорвался. Минут. Это хорошо. Так, сейчас подожди, не спеши, надо немного переодеться. Нет, возьми, вот так сделаем. Потом это... Все, Андрей, я в принципе готов. Пойдем. Пойдем. Опять две аптечки. Это плохо. Андрей, меня тут заливают. Так, одну собаку снес. Система урезана. Вторая собака тоже легла. Внутри. Сюда не наскачу. Но много еще волн осталось? А, не знаю. Наверное, это вообще вторая. Я попробую добежать, пока турель тут развлекается. Я прям внутри на входе. Я понял, понял. Можно поднять очищенное место. Бля, вон он, видал, спрыгнул. Да, 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 сюда заходит. Ну я вроде добежал, Андрей, обратно я уже не... Ух, ну, ёп! Обратно уже не надо, Андрей. Да. Постингер сжёг нахуй. И меня, блин, не успели. Ай-яй-яй, это хорошо, ну ладно, продолжаем. Хорошо. А ты попробуй туда турель кинуть, вот на этот вагончик. У меня стояла турель только внутри.
Ой, я опьянел здорово вообще. Волна, у меня нет аптечки. Моб передумал делать кувырок, это так смешно выглядело. Просто, знаешь, он в стойку, да, в стойку встал, как будто ныряет в эту, в бассейн. Я подмерзла, все, и меня положили. Ничего страшного. Мог не выходить, Андрей. Ладно. Ты это все равно до меня не добежишь. Там один моб остался. Да. Угу. Снайперша наша любимая. То я не вижу. Все.